Я здесь. Куда девать чипы? Планы немного изменились. Заказчик хочет использовать другую точку, а между ней и тобой патрули Кейсек. Наверное, на прошлый раз реагировали. По пути на точку не теряй концентрации. Если остановишься или сделаешь слишком много ошибок, все пропало. Ого! Фигово завтра будет бойцу. Так держать. Надеюсь, оно того стоило. Стоило, и еще как. Ты сегодня помогла многим людям, Фейт. До связи. Рядом доступно задание по доставке. Я люблю использовать против конгломерата его же оружие. Рекламные щиты подходят идеально. Хакнув щит, мы отправляем сотрудникам четкое сообщение. Даже если всего один в результате откроет глаза, этого уже достаточно. Так, Фейт, мне кажется, ты готова к настоящему заданию. Есть для тебя идеальный забег. Возвращайся в логово, обсудим детали. Денег хватит как минимум частично расплатиться с Доганом. Мне кажется, ты нравишься Догану. Другой давно был бы мёртв. Бегущий! Есть для тебя работа! Пора показать, кто тут новый босс. Бум! Да, я как раз и собираюсь. Нет. Ладно, ладно. О, да. Нет! Ну как так? Как? Серьезно? Я вам не помешала? Нет, уже все, я выиграл. Да елки. Это игра, в ней логики просто нет. Разберешься. Фейт раньше всегда побеждала. И сейчас могу. Так что, есть какая-то работа? Есть. Вот. Смотри. Лаборатория Элизия. Захват важных данных. Платят хорошо. Захват данных в Элизии? А она готова? А давай я сама разберусь. Ты пойдешь с ней. Я и сама могу о себе позаботиться, Ной. Как в прошлый раз. Внутрь пойдешь одна, и Кар будет следить. Итак, за свои данные они там держатся крепко. Так что работать надо чисто, понятно? Так, а нянька оплачивается? Треть гонорара. Или отдам Аише и Калибу. Решай. Ладно. Увидимся там, Фейт. Ах, да. Не потеряйся. Иди. Или хочешь от него отстать? Несколько раз приносивший очки своей команде. Встретимся на точке в лаборатории, Фейт.
Ведущая, есть для тебя работа. Многие люди боятся Кейси, но даже Кейси боится. Новые стандарты личной безопасности, здоровья и взаимодействия с СИС. Внутренняя безопасность... Лаборатория Элизия, высокое здание. Там на боку логотип. Я уже на полпути туда. Попробуй догнать. Напоминаю, тебе надо пробраться в сельхозотдел лаборатории Лизия, закрепить на терминале устройство, а потом уйти. Сюда! Тебе, похоже, сегодня везет. С чего бы? Я нашел открытое окно. Вот и проход. Что-то тут не так. У них правда такая слабая охрана? Не знаю. Откажешься? Я вообще-то сам хотел пойти. Что ты этим хочешь сказать? У тебя репутация. Но иди туда. Я не против. Подзаработаешь. Фейд, я слышал про открытое окно. Может, уборщик забыл, но это вряд ли. Осторожно там. Это не в ее духе, да? Осторожность. Делай свою работу, а Фейт сделает свою. Уже делаю. Фейт, я тебе протянул канат к окну. Соскальзывай туда. Я там. Отлично. Там еще могут быть сотрудники, кто допоздна работает. И крюгеровцев берегись. Осторожно. Внизу большая движуха. Директорские машины. Везде охрана. Что? Это нравится все меньше и меньше. Мы закончим. Все нормально будет, Ной. Ага. Надеюсь. Сельхозотдел на верхних этажах. Туда быстрее всего попасть на лифте. Найдешь лифт, ты можешь пролезть вверх по шахте или проехать. Добро пожаловать. Выберите сюда. Я отправила запрос 3 дня назад, мистер Крюгер. Будет рассмотрен. Еще что-нибудь? Вообще, да. Я вчера наткнулась на подхэш проекта, там говорилось о каком-то царстве. Попадались этически сомнительные моменты. Что происходит в царстве? Вас не касается, директор Майкл. Мистер Крюгер, мне обещали полный доступ. И насколько я вижу, их исследования связаны с нашими. Если вам дорога ваша должность, вы не будете... Поняла, сэр. Рада сообщить, что мы закончили передачу профиля, и все теперь готово к завтраку. Отлично. Занимайтесь своими параметрами, директор, и вы далеко пойдете. Совет внимательно следит за нашими результатами и успешный запуск. Крайне важен. Я пробралась в сельхозотдел. И, кажется, здесь Габриэль Крюгер.
Надо отменить задание. Нет. Я закончу дело. Ладно. Все равно ведь не отступишься. Икар, сообщай о происшествиях снаружи. Фейт, ты теперь ищи офисы. Зале 4H. Дальше все сделает устройство. Терминала. Запускаю устройство. Отлично. Захват подтвержден. Ной, тут кто-то еще. На бегущего не похож. Фейт, уходи уже оттуда. Извини, но я схожу проверю. Кто сомневался? Ладно, буду ждать и надеяться, что ты уйдешь целый. Если бы я... Если бы... Фейт, тебе не надо мне ничего доказывать. Мне нужно, чтобы ты вернулась живой. Сектор не похож на другие. Чем они здесь занимаются? Фейт, что там? Я теряю связь. Если не можешь говорить ни один раз, я пытаюсь найти тебе выход. У нас что за... Маэра, включайте тревогу. Разберись. Это директор Маэра. У нас синий код. Доктор Хилл мертв. Что? Как это заблокировано? Разблокируйте, черт возьми. Введите мой код. 770900. Стой!
Он мне нужен живым. Что он там держал? Цианид. Обидно. Где эта штука? Останови ее! Запущена процедура блокировки. Блокировка выполнится через 60 секунд. Фейт, ты там? Потом, мне нужен выход. Это помещение. Выходи любым маршрутом. Пока с вами свяжутся охрана Элизия или представитель Крюгерсек. Помещение заблокировано. Код Альфа. Оставайтесь на местах до дальнейшего уведомления. Вижу паразита! Вставай! Сейчас протокол контроля здания. Фейт, главное, уходи! Если надо, берись, но не затягивай! Викар, помоги ей! Сейчас! Спускайся на этаж ниже, я тебе брошу трос. Съезжай! Уходи оттуда! 4, 3, 2, 1. Блокировка выполнена. Она ушла, Ной. Не будь там меня. Отлично. Оба возвращайтесь. Держитесь вне поля зрения вертушек. Я их отвлеку. Встретимся в логове, Фейт. По всему городу тревога. Сеть стоит на ушах. Разворошила ты осиное гнездо, Фейт. Я тебе сколько лет говорил, мы не работаем против Крюгерсек. И что ты сделала, как только вышла на свободу? Кому я объяснял? Что там у тебя? Большую часть я увел, теперь остальных стряхнуть. До встречи. Ну, и где? Какого черта, Фейс? Я тоже тебе рада. Такими темпами ты и месяца не проживешь. Хорошо то, что хорошо кончается. Глянь-ка. Это не местное. Как и парень, у которого это было. Он погиб за эту штуку. Может, хватит, чтобы с Доганом рассчитаться. Ага, или всех нас похоронить. Фейт, все, что связано с Габриэлем Крюгером, нужно обходить за километр. Я думаю, это лучше вернуть. Крюгер видел тебя? Только силуэт. Там ведь было темно. Слушай, я подумала, это все будет нет, кстати. Нет, ты не подумала, Фейт, как обычно. Черт. Надо теперь сообразить, что с этим делать. А ты, дорогая, постарайся пока не умереть, ладно? Я тебя уже терял. Фух. Не бойтесь, я тут. Охраны нет. А как насчет спасибо сказать? Пойду посплю.
Держи в курсе, ладно? Что если не остановить их сейчас? Сейчас корпорации будут управлять нашими жизнями! Назад, я сказал! Подожди, милая, мне закончить надо. Фейт! Кэт! Вы где? Девочки, сюда. Здесь вы в безопасности. Не шевелитесь. Фейт, мне страшно. Отпустите нас, Крюгер! Надо было сотрудничать, доктор Коннор. Я этого не хотел. Мам, а что это? Это, бельчонок мой, твое будущее. Для тебя кое-что есть. Намат? Ты где? У меня есть один мод, который должен сработать с твоим пульсом. Я послал тебе копию. С его помощью ты пройдешь через вентиляторы в Зефире. Опробуй его и приходи ко мне. У нас тут проблема. Отлично. Спасибо, Намат. Я уже в пути. Я знал, что тебе понравится. Приноя группа вела себя тихо, постепенно нарабатывала репутацию. Сейчас, небось, все изменится. Центр, у нас тут бегущий. Буду ждать тебя там. Фейт, ты где? Привет, Ной. Фейт мне кое с чем помогает. Опять? Что там еще? Извини, подробности лучше не знать. Но это для хорошего дела, честно. Честное слово, дурдом какой-то. Фейт, как закончишь, приходи ко мне. Что случилось? Слышал, ты наткнулась на Крюгера. Слухи ползут. Ага, слушай. Крюгерсек говорят, что будут прижимать бегущих как следует. Они ставят огромные антенны по всему городу. Да их бы самих прижать. И я о том же. По-моему, Крюгерсек очень огорчится, если кто-то сломает их антенны. И этот кто-то, конечно же, я. Я бы сам справился, но ведь боец у нас ты, Фейт. Ладно. Только Ноя впутывать не будем. Конечно. Я отсюда присмотрю. Thank you.
Все. Намакил антенны. Теперь если выдрать эту штуку... Все. Получилось. Отключается. Есть. 1-0 в пользу хороших. Дикий сет высылает подкрепление. Скорее уходи, Фейд. Говорит центр. Объект сопротивляется. Вызываю все посты. Фейд, я надеюсь, рядом с антенной тебя уже нет. Сканеров, тогда сможешь оторваться. Что на пульсе? Все гудят о твоем возвращении. Но сейчас не об этом. Если хочешь заинтересовать Догана, надо сперва узнать, что это. У меня есть в якоре человек, топовый хакер. Зовут Пластик. Отнеси это ей. Пластик? Ага. Она немножко... Неважно. Сходи к ней, а дальше посмотрим. Наконец-то. Ной сказал, у тебя для меня снаряжение? Есть. Вот. Надень. Прикрепляешь только к прочным пулькам. Прыгаешь и качаешься. Очень просто. Мне нравится. Просто же. Попробуй еще. Привыкай. Ой.
Как я сказал, пластик бывает нестандартный. Но мне кажется, вы с ней хорошо поладите. Я здесь! Назовите имя и цель визита. У вас 5 секунд. Фейт, мне нужна пластик. 4. 3. Какого черта? 2. Я же сказала отмена. 1. Чуть не убила. Прости. Заходи. Что тебе нужно? Я... Можешь сказать, что это? Что на нем? А, конечно. Не отсюда. Да, я его... Это был не вопрос. Тревога. Обнаружен нарушитель. Срочная экскавация. Заткнись, кума! Забей, я его еще не заделала. Зашифровано. Армейская техника. Спорим, его будут искать. Да, это был не вопрос. Когда данные нужны? Я думала сегодня. Внешний слой взломать – это минимум месяц. Ускорить можно? Ну, подключи меня к узлу. Или можешь ждать месяц. Значит, к узлу. Как действуем? Достаточно будет доступа к шлюзу All.com, а оттуда по удаленке. Сделаю. Ну, пластик, что на пульсе? Привет, Ной. Фейт поможет мне перенаправить процессорную мощность в шлюзу All.com. Только так я смогу расшифровать носитель. Перенаправить шлюз достаточно? Ну, возможно, надо будет взломать узел. Возможно и точно. Это неоднозначный вопрос. Видимо, точно. Они хорошо защищены, Фейт. Просто чтобы ты знала. Фейт, чтобы дойти до All.com, надо пересечь Тьюринг-авеню. Используй магнит. Я в здании All.com. Отлично. Шлюз данных там высоко. Ну что, пластик, чем занимаешься? А что такое? Да так, просто спрашиваю. Лучше не надо. Ладно, извини. Рядом высокий офис WFYO. Может, ты на него поднимешься и потом дальше All.com? Наверх.